Всем еще раз привет. Я направляюсь на озеро Суур-Ярв, которое будет слева от меня через 6 километров. Там находится озеро, место для отдыха и природная тропа, которой я хочу сегодня посетить. Дорога полностью заснеженная, поэтому я не знаю, насколько и как там тропа выглядит, в каком она состоянии. Ну, надеюсь, там утоптано и можно будет пройти, посмотреть. Я прибыл на место, но хотя это не совсем конечный пункт, еще немножко я проеду. Вот отсюда я приехал. Здесь указатель на тропу, которая уходит, дорога идет вправо. Вот туда чуть позже я поеду. А здесь находится небольшая парковка. Ну, собственно, вот то место, где летом швартуют лодочки. А вот и само озеро Суур-Ярв. Оно уже все замерзшее. А я сейчас поеду вот туда. Там будет еще... будет, как это назвать, ну, площадка для отдыха. А дальше будет какой-то хутор, от которого, если не ошибаюсь, берет начало тропа. Проехав буквально пару сот метров, не больше, здесь находится вторая парковка, где, собственно, можно припарковать машину, и здесь все, как говорится, начинается. Что я и делаю? Паркую машину и иду гулять, смотреть, что и как. Так, что мы имеем? Вот здесь информация Кайзма Пухкиала, ну, природная охранная зона Кайзма. Ну, это понимаете сами, что. И вот такой указатель. Указатели, что нам говорят? Там находится сауна, наружный бассейн, вырк-паль, как не баскетбол, а волейбол. Место для волейбола. Ну, Пади Садам, это там, где я показывал вам, природная тропа, ну и ЭКО-ВЦ, ну, экологический туалет. Пойдем смотреть. Первое, что нас встречает в полусотни метрах от парковки, вот такой мини-городок забавный. Что-то в стиле то ли викингов, то ли бабаёшек, даже не знаю. Не пойму, кто такой, но похоже... вроде как динозавр. Избушка простая, без излишеств для детей. А здесь как раз бассейн под открытым небом. Кстати, я когда был в прошлый раз здесь, летом, здесь было столько лягушек, что просто не счесть. И в том числе их было очень много в этом бассейне. Видимо, какая-то миграция была или еще что-то, не знаю. Но их было здесь прям вдоль дороги, вдоль тропы.
И в самом бассейне очень много. А вот там какой-то частный, хутор частный, если я не ошибаюсь, и за ним начинается тропа, которая должна идти, по идее, вот вдоль вокруг озера и выходить где-то здесь. Но, судя по информации в интернете, было написано, что эта тропа идет только где-то там до определенной части, а дальше ее пройти, в общем, то ли невозможно, то ли некомфортно. В общем, суть такова, что придется идти туда и вернуться обратно, скорее всего. Как это будет, я не знаю, и возможно ли там вообще по этой тропе идти, пока не в курсе. Это, как я понимаю, центр отдыха. Ну, не центр, а хутор для отдыха. И вот здесь начинается та самая тропа. Вот она идет отсюда, поворачивает направо и идет вдоль озера. Аренда лодки 5 евро, поставить палатку 5 евро. Вот такой красивый мостик нас встречает. Копропере, бобровая семья. Еще не все замерзло. Что-то тут слева в виде пирамиды. А что это, я пока не понимаю. Дороги я не вижу к нему. Но, видимо, это тоже какое-то плавучее сооружение, стоящее на якоре. А для чего, ну, не знаю, потому что дороги к нему я тут не вижу. А через кусты, через воду как-то особо нет желания лезть. Один из информационных стендов Ярва Эланикут. Ну, кто живет на озере? Ну, комары, щуки, окуня, жуки и прочая живность. Ну, сейчас тут полное затишье, поскольку зима. Вот и первое место для отдыха. Находится оно изрядно далеко от начала тропы. Ну, думаю, километра полтора-два. Рядышком с озером. Тут какие-то животные бегали. Ага. Наверное, вам слышно, как лед трещит. Хотелось бы показать. Трещит, но рискну. Вот оттуда я пришел. Вот там, где домики, где этот хутор или что там, вот оттуда. То есть вот так, вдоль озера. Я шел. И пришел вот в это место. Но, насколько я знаю, дальше еще должна быть смотровая вышка. Вот я хочу хотя бы до нее добраться. И, по всей видимости, возвращаться. Ну, а теперь попробую вернуться обратно.
чтобы не... Опа, трещит. Трещит лед вовсю. Опаньки. Ну все. Ну, совсем рядом от места отдыха уже указатель, который нам говорит о том, что смотровая вышка находится дальше. Насколько дальше, я пока не знаю. Вот я и добрался до смотровой вышки. Тропа немножко уходит в сторону от озера, и здесь уже начинается болото. Поднимусь и посмотрю, какие виды нам предлагают. Так. Раба мец. Вот тропа, которая ведет к вышке. И вот такой вид открывается в самой вышке. Это лесок идет вдоль озера. Вот там, за ним практически сразу озеро начинается. А здесь уже болото. Очень красиво. И, скажем так, 100% по-природному.